Следующий герой на обзор будет Уинстон, а последним будет Тобьорн. В первую очередь обзоры делаются для тех, кто хочет базово познакомиться с героями. Уинстон — это танк, ученый, примат, в смысле шимпанзе, судя по всему, судя по внешнему виду. Ультимейт у него увеличивает сильно количество здоровья, позволяет только прыгать и бить руками. То есть только в мели он разбивает очки и идет в бой. Прыжковый ранец высоко подпрыгивает после приземления АОЕ урон поблизости противникам. Защитный купол — великолепная штука. Очень, он делает неуязвимым не только на какое-то количество урона, но и на некоторые способности. Нам нужно атаковать. И у нас пушка есть, которая работает чаще всего в мели, но у нее есть тоже особенность неплохая. Она разветвляется на пару целей. Так, хорошо ворвался, хорошо потанковал. Заходим сзади, турельку видим. Надо сейчас к турельке прыгнуть просто, наверное, да? Блин, все равно она больно бьет, капец. Очень больно бьет. Сейчас попробую этого убить. Так, здесь аптечка должна быть где-то поблизости. Вот, большая аптечка, отлично. Вот, защита ставится, кажется, КД где-то секунд 8, насколько я вижу. Наших там поубивали, к сожалению. Убили турель. Я вижу дебаф на себе по урону. Надо все-таки еще подхиляться. А куда он полез-то один, я не пойму. Че, ты чемпион, что ли, на обезьянку лезть? А ты куда полез, друг? Ну, хотя у меня хп уже нет. 5 хп, вовремя отступил я. Так, надо возвращаться. Тобьорн наверняка там турельку новую поставил, да? Или пытается, я слышу, там что-то крутят. Ой, нет. Так, ждем, когда... Так, давай еще одну аптечку тогда. И скоро будет ультимейт. Надо подгадать ульту под... Ой, вот это плохо. Убили вдову снайпера. Но там туреточка. Я мог бы ультануть и накинуться на нее. Да, пора, пожалуй. Я под купол и хиляться. Хорошо получилось. Ну, ворвались, туретку убили. Ханзо, извини. Ой, Ханзо сейчас... Да, Ханзо минус. Так, есть защитная. Блин, там ульта, капец. Перезаряжаюсь. Тут хилку надо взять. Опять ты. Сопроводите груз. Отлично, задача... первая задача выполнена. Минимальная. Поэтому едем дальше. Вижу снайпера. Какой-то он наглый, не занимает позицию правильно. Убиваем ее. Работаем. Ой, плохо. Сзади плохо. Кто-то меня накинул, я даже не понял, кто. Тут хилка вроде есть. Захожу сзади. Прыгаю. Да как так-то? Почему выжил-то? Нет. А, хорош. Серия 7 убийств была прервана. Хорошо. Для начала за Уинстона весьма неплохо. Работаем дальше. Я тоже за танков, за Уинстона очень мало наиграл. Наверное, штук 5-6 игр максимум. И поэтому торможу. Да. Там их слишком много. Сверху снайпер идет. Я могу запрыгнуть, на самом деле, туда. Не допрыгиваю я оттуда. Надо было проверить. Могу ульту вырубить, но пока не вижу. Зачем? Так, ульта от врага. Надо этого гада забрать. Он слишком нагло играет за этого саппорта. Ладно, ульта. Потому что это тоже ультует. Надо его... Хорошо. Так, Ханзо ультует. Здесь аптечка же, да? Аптечка за углом.
Хорошо, двигаемся. Почти половина пути пройдена. В запасе 3 минуты 40 секунд. Работаем, перезаряжаемся. Так, вижу. У нас саппорт очень хороший. Я вот потерялся, не знаю, где я вообще... А, уже у входа. Молодцы ребята, там вообще работали. Пацаны вообще ребята, короче. А, турель там делается, кажется, да? Давай-ка. Тут и хилка просто внутри. И у них, на самом деле, герои не очень. Не все рейнджовые, и на них хорошо действует... На них хорошо действует защита вот эта вот. Поэтому тут... Ой, больно. Нет, взял он! Черт, почему я на коптичке не побежал? Блин, надо было стрейфоваться вправо. Косяк, ребят, косяк. Вот сейчас был косяк, вообще жесткий косяк. Потому что он... Ну, ну вы видели, короче, все. Ладно, мы почти уже в самом конце. В запасе 4,5 минуты. Все отлично. Так, только все мертвые. Надо подождать, пацанов. А то как-то вообще не айс. Куда ты бежишь, саппорт? Там же никого. Ладно, я обхожу тогда. Он ультует. Да, зря. Вот я тоже зря за ним пошел, на самом деле. Ну, пошел бы он отдался сам. Понял, что не стоит на пятерых лезть, пока наши четверо там отдыхают. Сам поплатился. Сам поворчал и сам же полез. Не надо так делать. Ох, там Макри лупит. Нехило. Не-не-не-не-не. Ульта до меня не достала, к сожалению. Тут Ханзо еще. Ладно, поехали. Хаос, главное время выиграть, хаос создать. Ну, я создал хаос и выиграл время. Пацаны там сзади. Молодцы. Снайпер еще. На! Победа, пацаны! Победа! Хорошо отыграл. На самом деле он достаточно простой. Че, прыгнул, поставил щит, зажал кнопку и вперед. Лучший игрок. Но видите, я даже в лучший момент не попал. Я ничего не понимаю, когда он прыгает. А ты должен видеть цель ближайшую и наносить удар. То есть просто там реально хаос происходит. Я тоже вижу только отрывки вообще. Какие-то руки, ноги, головы. Но не больше. Снайпер хороший. Рассинхрон, говорят, есть. Восемнадцать убийств, 4 смерти. Да, звук чуть раньше. Сейчас Эльдару напишу. А, нет, я написал победу, потому что я видел, что мы победим. Приготовьтесь к обороне. Оборона, обезьяна, да? На самом деле обезьяна хороша как в атаке, так и в обороне. То есть для атаки у нее есть чардж, прыжок, она молниеносна, в отличие от любого другого танка. Ну, хотя есть чардж у... блин, я все забываю, как правильно читается, Райнхарда. Но... Прыжок как-то получше, то есть ты можешь и повыше прыгнуть, не в тупую, просто по прямой линии. Ты можешь на туретку, например, запрыгнуть. Попробуй чаржнись в туретку, там тебя очень быстро отстрелят. Вот, а щит он решает как в обороне, так и в атаке. То есть если, то есть по сути ты ставишь его на себя, для того, чтобы
людям нанести урон по тем, кто внутри щита, нужно заходить внутрь щита. А как ты зайдешь внутрь щита, если там хопа и так, и по лицу тебе, хопа и по лицу так? Не хочется заходить к обезьяне, у которой там и оружие на небольшую дистанцию бьет. Кстати, вот смотрите, какая дистанция у него. Сейчас мы до вазы, вот только сейчас достали до вазы. То есть буквально метров 6, наверное, да? И в отличие от Зари, у пушки нет альтернативного урона. Вот она как есть, так и есть. Привет, как думаешь, долго ее допиливать будут хотя бы до ОБТ, не говоря о релизе? Я думаю, что здесь месяца на 3 только. Ну, то есть игра уже очень выглядит как хорошо, как целостный продукт. То есть все отлично, крашей нет никаких, лагов нет, оптимизировано хорошо. То есть это уже реально хороший продукт. Так, я буду ждать пацанов здесь. Они будут ломиться, я их буду принимать. Ой, привет. Все под купол. О, и все под купол. Вот, увидите как. Главное это лидерские качества. Работаем. А что, пошли в бой что ли? Ну это плохо закончится на самом деле. Мы уже проходили такие вещи. Ну ладно, давайте, чтобы поинтереснее хоть будет. На-на. Давай иди сюда. Нас не догонят. На! Готово. Фара пришла еще. Так, нет, я лучше буду рекорды ставить на серию убийств. Буду жить. Я просто зверь, он сказал. Так, сзади мне прилетела, кажется, ракетка. К сожалению, надо перезарядиться. Надо еще где-нибудь соточку хп восстановить. Ну, заглянем через 7 секунд в... Заглянем сюда, за хилкой. А, у них бастион. Ух ты, сейчас будет неплохо дэмэджить. Надо на него напрыгивать тоже. Ух ты, хорош. Все попал, все попал. Так, тут... Блин, зря полез. Ну, у меня уже хп не было после того, как я с этого жнеца немножко добил. Вот, и все. Сейчас нам просто до этой точки бежать очень долго. Им достаточно просто... А сколько у нас тут народу? Ну, впереди еще трое живых. И трое нас подбегает. Давай, прыжок, чтобы побыстрее добраться до точки. Один мертв. Симметра уже решила отступить. Вот там я вижу... Я видел там турелька. Хочу за нее. Ультую. Нет! Ах, хотел за спину запрыгнуть. Ну, я внес хаос и смятение в ряды противника, но на самом деле, хоть и точка не захвачена, наши не на точке. Поэтому не стоит... Не стоило, наверное, на того. Ну, с другой стороны, аркадка, видите, захватывает уже точку А. Я, конечно, вперед. Но вроде все уже решили ливнуть. Хотя время есть. Ой, там... Не-не-не, бастион. Туда нельзя идти. Нельзя туда идти. Забиваем. Ой, ёпшки-матрёшки. Драконы летают. Даже вот на... я на хвост к нему прыгнул, и все равно больно было. Сняло где-то 300 хитов. Так, ну держимся, пацаны, держимся. Нам нужно держаться. Я должен занимать тут... позицию, стрелять, держать. Макри. Да, да. Поле так просто юзать. Ой, там пробили нашего... Ё-моё. Как все плохо-то, а? Диджей какой-то... У них саппорт какой-то странный, вы знаете? Снайпер работает. Снайпер работает. Да ё-моё. Хиляюсь. Надо как-то снять вдову, но я до туда не допрыгну, кажись.
Ну как я до туда прыгну? Не, не допрыгну, пацаны. Я старался, я пытался, но хрена с два. Ничего не получается. Ее надо снимать с другим снайпером, ее надо снимать фары, ее надо снимать Макри, Ханзо, в конце концов. Там столько народу может... Она все стоит там и стреляет. Ну ёшки-матрешки, ну кто-нибудь там, хоть саппортом там постреляй. Ну ясно, там уже этот... разложился. Капец. Вот, снайпер упал, хорошо. Сейчас мы с тобой поговорим. Объект захватывают. Блин! Ничего без меня сделать не могут. Саппорт опять этот пришел. А, ульту на себя, эгоист. Ну давай, давай, давай. Есть ультимейт, естественно, я на него тратить на одного не буду, потому что здесь как бы понятно. Стоит бастион, я попробую сейчас сделать диверсию, я могу пересигануть, короче, туда. Посмотрим, где наши, бастион там очень хорошо стоит. Я сигаю. И ультую. Убиваем снайпера. Бастион. Ставим щит и ливаем. Да, хрена с два отсюда ливну. Но я сделал все, что мог. Убил снайпера, убил бастион. Молодец. Эти вообще валеры стоят, блин, на базе. Ни хрена не делают, точку не держат. Снайперов не снимают. Что такое вообще? Что за тимата такая? Все приходится делать обезьяне. Че там, снайпера нет? Нет снайпера, хорошо. Ну сейчас стоим, ждем. Так, Макри идет. Ой. Блин, нет. Черт, возьми. Ну это, конечно, фейл. Сейчас нас захватят. Ну я не могу со жнецом нормально сражаться. То есть он как раз-то не боится. Ну ясно, уже точку захватывают. Ребят, ну давайте, давайте, давайте. Нет, ну нет, ну как так-то? Ой. Ну реально, ну чего? Снайпер там полчаса сверху стоял. Лучший игрок матча. Симметра была еще? Сейчас мы увидим топовую подборку, когда ловушки все убивают, а симметра... Вот, смотрите, ловушки сверху. Раз, два. И она сражалась за нас. Ёшки-матрешки. Как так? Начало было реально шикарным. Мы там, ну, зря вышли вообще. Это вот тема, когда ты выходишь, и вместо того, чтобы защищаться, ты идешь атаковать, причем рядом с базой противника. Это приводит к тому, что, во-первых, там легко стоять просто в проеме, что неуязвимы враги. А неуязвимы враги, они по вам спокойно стреляют. Плюс реген ХП, если что, там захочется вернуться очень быстро. И самое главное, если даже они умирают, они очень быстро добегают до этой самой точки. То есть, если вас убивают, вы оказываетесь на другом конце карты. И вам нужно весь этот путь проделывать от и до. Вот. Они умерли и чего? И резнулись, и побежали снова в бой. Давайте еще разок поиграем на этой же карте. На этот раз за атаку. За Уинстона. Она там вам порталы ставила, но ты их игнорил. Ну, обезьяны и порталы, это как-то неестественно. Вообще хороший танк. Танк, который может надавать. У него реально хороший урон, если он подходит в мили. И действительно хорошая защита благодаря щиту. И учитывая то, что у чита и у прыжка приблизительно одинаковый КД, у прыжка чуть пораньше, то можно прыгать, ставить щит и... Давайте посмотрим, сколько. 8, 13. То есть у щита больше КД. То есть ты прыгаешь, ставишь щит, и у тебя прыжок откатывается, ты уходишь до следующего щита. Окей. То есть второй прыжок уже должен быть таким, ну, чтобы уходить из-под огня. Так, у нас в команде есть... есть турелька, есть снайпер, есть солдат и хороший саппорт.
У них непонятно кто. Может, они тут проявятся. Подбегут, мы посмотрим. Никого не вижу, если честно. Никого не вижу. Заря явно худший танк, но почему? Она... Ей просто нужно работать с кем-то в паре, чтобы работал еще щит на союзника. Представь, Заря кидает щит на этого товарища, заряжает от него урон, на себя еще кидает, и они как бы вдвоем шахтят. Так, снайпер стреляет уже сразу же. Так, у них там фара. У них там... Заря, кстати, есть. Ладно, попробуем. Чуть подальше. Ну, вот надо было только... Убили одного, хорошо. На треть уже ульта заряжена. К сожалению, у меня нет хп. Я просто... Просто перепрыгну за хилкой, потому что, как бы... Кто, если не я, правильно? Ставим... Заходим. Вижу фару. Захожу сюда. И вот я уже в тылу. Трейсер наверху. Пофиг на нее. Перезаряжаемся. Не понял! Мелкая, слышишь? Иди сюда. И вот мы уже здесь. Легко. Две трейсера. Да вы, девочки, девочки, вы чего? Домой, домой, домой. Вжик, 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 давайте-ка. По-быстрому, по-быстрому. Собрались. Я говорю, собралась. И домой. Заря здесь. Надо валить отсюда. Надо валить отсюда. Ух ты, тут, оказывается, нишка есть. Ловкий обезьян. А хилка, может, тут еще будет? Я, кстати, могу парашить на двойке. Тут, во-первых, хилка, во-вторых, я как бы пришел просто и все, и на точке стою. Блин, Вася. Тормознул я свой прыжок. Ну что, наши рядом, работаем. Извините, я захватываю точку. Все нормально? Два снайпера такие тупят, смотрите, захват точки идет. Тихо. Никто не видит. Половина. Давай. Дай-ка ульту. До ульты, до ульты, до ульты. Доживи, доживи, до ульты. И ультуют! Ну чё, все, ГГшечка. Ма, как это зарешало? Да? Нет, еще нет, еще нет. Ставлю щит. Победа! А знаете почему? Потому что эти бобры, вместо того, чтобы после того, как они потеряли свою точку, вернуться к себе на базу, они... Мы с ними встретились в центре. И я думаю, ну фиг, мне лечиться надо, надо валить. И я свалил к ним на базу, а там у них защита, два снайпера у входа. И где-то на три четверти я захватил точку до того, как они сообразили вообще, что происходит. Круто! Плюсуем, пацаны, давайте, зацените. Ну как я... Ну какой там солдат? Тут же топич вообще, обезьянка. Больше накидываем. Ой, хорошо отыграл. Фактически, ну, то есть, я... А потом еще ультой там мочил всех, наверное, секунд 8-9. Просто это стелс, это танк, который пришел по стелсу, захватил мейн противника. Все им сбил. Снайпера там стоят. А одна уже стоит наверху, вторая там хуком при мне уже. Точка захватывается, накидает хух, типа забраться повыше. И только трейсер она сообразила, она такая шух-шух-шух. Классно. Хорошо, на этом обезьянку мы оставим. Обезьянка молодец. И остался у нас последний герой. Последний герой. Сейчас мы увидим топовую подборку, когда ловушки все убивают, асимметра. Вот, смотрите, ловушки сверху. Раз, два. И она сражалась за нас. Ёшки-матрёшки. Как так? Начало было реально шикарным. Мы там, ну, зря вышли вообще. Это вот тема, когда ты выходишь, и вместо того, чтобы защищаться, ты...